кричишь, берсерк на хп. Смотри, как будет перед боссом. Все, пошлите. Ну все, пацаны, они... Не знаю, я пока заметил, что там БДК вторую жизнь получится, когда мать. Все, что в ТК там не нравится. Половина рейда поменьше. Ну, блядь, бегом надо брать, блядь. Бля, не надо, короче, отойти и сделать там. Ну, да не, язык мозг такой. Бой пока прекрати. Давай не будем нас дальше. Бой не вешай пока. Бля, я же домой, когда схуяли, я хилю. Испалился вся ты килом, блядь. Ты чуток прикинь. Да и сейчас ПДК, падает часто. Да вы заебали, блядь, туманите меня. Если ты холипал, то тебя сломали не раз. Да, я холипал, но сумон ни разу не приходил. Бля, я лично сумонил, не знаю. Сколько мне не забывать, по-моему? Блядь, ну сейчас я пешком побегу, блядь. Да релоуд сделаю, может, с... Может, просто у тебя забаговался. Не, ну, блядь. По паукам играем, в первую очередь, да, блядь. Да, долблюсь, я... Блять, жив. А есть те, кто дуты собирает? Или я один? Скорее всего, один. Не знаю, у нас таймер собирает осколки, а больше никто ничего не говорит. Что-то все пошло не так, когда у нас танк упал. Ну, вот я... Два танка упал. Мишань, ты что, хилить перестал? Да потому что, блядь, топового хила нету, блядь, с вами нахуй, поэтому вы падаете, блядь. Бля, это сисадмин на этом? Походу, это сисадмин, ну. Топовый хил. Ну-ну. Сисадмин. Чё, блядь, ты чё, сомневаешься во мне, блядь, что ли? Ну, посмотрим на первом боссе, как ты похилишь. Всё правильно. Да тут нехуй смотреть, блядь. Давайте я просто красавчиком тупо нахуй стекнусь. Я почему красавчик? Давай, давай. Я могу этим обоссать вообще. У нас тут намечается хила замес, нахуй. Кто кого перейти?
Пизда всем эр-шамам, блядь, эр-друидам, всем пиздец. Давай, Это вам вызов конкретный, нахуй. У чувака хп из 5000. Сейчас пока, погодите, только долечу, блядь. Ты знаешь, как, блядь, в Mortal Kombat, типа, подожди, дай кое-что поп... Дай комбо, да, привернул? Подожди, не бей, блядь, слушай, отойди, нахуй, чё ты меня бьёшь-то, сука, так нечестно, блядь. Да-да. Чё, лишний ты хил? Вы заебали угорать, кто у нас МТ? Где у нас купить? Квадрат вроде. Да хуй его мастер, знает, мастер это хила. Вот квадрат, что он просто квадрат, блять. Так ты и ДД должен хилить, ты не только танков. Да ну нахуй, я хилю только танком, мне остальные в рот ебались, блять. Ну тогда ты не топовый хил. Берё, не топовый хил. Возможно, ну его нахуй, я только танка хилю, блять. Это сейчас топовый хил сказал там, да? По ловушкам чисто. Одну снял, дальняя, скорее всего, за крипами. Дальняя за крипами. Так, на кои веки добрались? Присты работайте. Ебать коконов, пацаны, коконы лейте. Ты чё, корова прокнул? Топовый хил должен соус, блядь, топнул. Да ты меня вообще из игры выбило, блядь. Чё ты доебался нахуй до меня, блядь? Все пиздец. Настолько жестко хилил, что просто задудось. Да сука, я одну въебал, короче, меня из игры выкинуло. Я как въебал, короче, 50 плюс. Все, ловушек нет. На пулами порвал. На пуле для хера. Ловушек, говорит, нету, блядь. Ну ты в натуре, но короче. О, у нас, походу, этот топ-хил наступил в ловушку, которую из игры выкидывал. Пошел ты нахуй, я добежать даже не успел, блядь. Смотри, все, хватит, тим дальше. Кто топ-хил? Скажи-ка ну еще раз что-нибудь в этом самом, в дискорде, чтобы я тебя замутил нахуй. Это он слишком топовый для тебя, да? Он зашифровался. Да что-то он пиздит дохуя лишнего. Надеюсь, что молчи, не молчи. Надеюсь, что не все. А он это, блин. Нюхайте, слышь? А чё там, короче, что-то за Ancient'ов говорили, я отошёл в тот момент, вот только подошёл танчить. Чё там говорили? Повторите. Ну ты, в общем, мейном идёшь, как танк. МТК у нас оф танка найдёт. А, хорошо. По поводу бафов, Крайнер бафает всем краски. Чудо, Пал, блядь, бафает всем кулаки и МП5. Рыбку сейчас слева поставлю, засмотрите, пожалуйста, печеньку. Рыбу поставил. Танки стоят в одном таргете, ну, в одном фрейме непосредственно. Все остальные стоим под жопой. Я вам даже звездочку на себя повешу, чтобы наверняка. Звездочку сошлись и все, где-то стоите, появите. При вихре разбегаемся. Пофигу, да, кто куда разбегается? Или... В лужу можно не разбегаться. Ну да, и с луж выходим. Я вчера шем сделал. Сука, не понтуйся, тут есть те, кто его еще лутает. Че говоришь, кто лутает? Крайнер лутает. Не расслышал, кто лутает. Да вон, половинчик лутает. Где кулаки? Холи палк. Кулаки МП5 всем. Да как кулаки раздай?
Да, это только тебя ждем, а? Да погоди ты, я по аддону настраиваю. Okay. Чем мешание готов к понижению? Все, го. Да, готов. Верчи на баф на готовность. Раздай каску, там кто-то каски залетели, слетели. Крайне. Все нормально. Так, ДБМ пул. Где-то он, блин, был тут. Слав. Каску, да, и по друиде. Все, под жопу все ставим, звездочку. Блять, Мишаня, ты не исключение исправил. Шипы залили. Приготовились, Вихрь. Разбежались, в лужах не стоим. Все звездочку отбежались. Еру. Еру, давайте. Блять, ну как нахуй танка сложила, алё. БР танка, Войда. Шипы. Войда БР, ну или быстрее? Блять, Войда БР, ну алё, блять! Всё, там уже упали. Там второго сложила тоже. Без вариантов, но... Я не все пацаны, блядь, хуй его знает. Я, блядь... Ты нахуй, топовый хил, я хуею, ты че в натуре? Ну там, блядь, буквально миллисекунды не хватило у нас. Где ж, блядь, хосты хуево тучи? Я ж тебе говорю, нахуй, 0-1 не хватило. Блять, он 5 секунд нахуй пиздерей получил нахуй. Ну, блять, он меня еще и по текстуру выкинул. Есть вопросик к шаману с малой волной исцеления. Я знаю, что на слабом гире используют шаманы вот эту малую волну, но я думал, это как бы для ПП гир, для 5 человек инстов. Мне кажется, что надо использовать быстрину и 2 волны исцеления, а не малой волны исцеления. Вам не кажется так? Это если у него Т-10 есть. Ну, Т-10, не Т-10. У меня вообще-то Т-10 это, мне как бы похуй, нахуй. У меня, блядь, быстрее идет и дальше, нахуй. Разница в малой волне и просто волне большая. Давай я переоденусь в Т-10, окей. В Т-10 и надо. Сейчас я буду кидать, нахуй. Это вот да это... в жопу, нахуй. У меня Т-4, мне вообще насрать, нахуй, на эту вашу волну. Какой у тебя? Хуй мой. Красавчик. Минус 3 у нас. Нет, там хилов таких нету с ником красавчик. Ну, а ему-то да. Красавчик. Это тебе мама сказала? Он, короче, мне говорит, нахуй, не хилить, нахуй, блин, мало волной.
Я про красавчика спрашиваю. Это тебе мама сказала? Насчет чего? То, что я красавчик? Да. Мама сказала, то, что я о юнах, а остальное не важно. Блять, вы всех друидов что распугали, ёбаный в рот, чё за стыд? Ну ты посмотри ХПС этого, вот этого, блядь. Я не знаю, чё он, блядь, чё-то меня пиздит или чё, блядь, я хуй его знает. Милон, а где ХПС-то вообще? Я вылетел в этот момент. А. Поэтому, в принципе, вы упали. Бля, хуй знает, мы упали, потому что, блядь, сука, блядь, упал нахуй так, нахуй. Ну он мне говорит, короче, нихиляй, мало волнует, говорит. Ну он не в курсе, что там, наверное, на щит земли там мало волна заебись крутует. Ну я не знаю. То, что она кастуется. Наверное, не в курсе, хуя. То, что она, блядь, кастуется, нахуй, ты успеешь три волны малые кинуть, блядь, нежели одну большую, нахуй. Хуй знает, по-моему, малая вообще топ. Ну малая топ, потому что, как бы... Остальная хуйня, этот, ну, оверхил уходит. Она уже не идет. Я тоже друг, только малой до цепухой, нахуй, а большую вообще очень редко использую. Уебище какое-то. Большую, то, ну, чисто на этих, нахуй, на таких жестких ивентах. Ну, чисто только в Зуломане, там, на медведе, нахуй, помню, последний раз ее использовал. Да-да-да. Так, сейчас подойду. Пока последнего добираете. Ну, это у тебя есть доспех? Нет. У меня есть зато шаман. Блин, да чего у тебя только нету? Да. Ну, так вот, по чесноку, я бы своим шаманом себя захилил. Да, на ТД нужно. РТД, точнее. Ну, про малую волну это все шляпа. Блять, второго копала вам беру. Типа, хуй знает. Ну, блядь, 10 копатов, хочу не брать. Ёбаные двойные на стандарте. Надо друидов, хотя бы либо сову, либо, блядь, дерево, хоть кого-нибудь. Я больше всего, сука, ожидал то, что они агро, понимаешь, сорвут нахуй, из-за этого мы сдохли. Да нет. Блять, не из-за того, что нас танки, танков уронят. С тремя напулами не сорвут никак. Ну, знаешь, если смотреть на то, что их пятеро, два Шама, Эрдру, какой-то там прист, Холик, что ли, и Холипал, ну вообще никак не ожидаешь, что они тебя могут уронить, вообще никак. Блять, я это сам не верю. А, я поэтому и беру всегда 5 хилов в это говно. Я ни в кого не верю. Ну вот если вот эти два эршамы бы хилили волной, а не малой волной, то никто бы не упал вообще никогда. Да никто не падал, танки упали. Танки вообще по определению не падают. Их роняют хилы, которые не хилят волной исцеления. Для которых есть холипал. Начнем с этого. Блять, шаманы на рейде сидят здесь, нахуй. Есть холипал один, который должен сидеть на танке. Надо понимать, все логично, надо понимать, что не надо разделять роли и играть как команда. Если так относиться, то вы придете на Халеона 25 гер,
и будете думать, что Иршам там вам рейд должен свету захиливать, а холипал в одного танка, то танк будет по КД падать. Никакой холипал не захиливает. Ну не скажи, я отхиливал сам в одно лицо. Ничего такого. Не знаю, где ты отхиливал. Во тьме, нет, правда, во тьме. Во тьме, нет, здесь. 25 герц? Ну конечно, тебе ачиву показать? Да зачем мне ачива? Это, ребят, вопрос такой, я на сайте прочитал. Сейчас что, вечный холод, можно и лему собрать? Вот этот посох. А качества. Я не знаю, да. Кстати, говорят, он можно. На кого-то, на всех классах, там, которые носят. Да, сделали, типа, это теперь такое. Лем может с посохом ходить. Лем, друид. Сейчас друид, и да, друид. Бля, ребята, как его начать собрать хотя бы, чтобы он был 260? Леди убей. Леди Хэм убей и забери с него квестовый там. И я уже 264-й посох с тремя дырками получу, да? Нихуяру ты получишь. Нихуяру получу? Да. Она дамажа, да? С тремя дырками почему? Да я не помню. Ну, он беспонтовый. Нахуй он тебе нужен, Лема? Ты гораздо больше нанесешь, блядь, с руки вон, с одной ручки. Нихуя. Я видел спек, какой заебашил Лему своему? Я шквал вкачал, короче, в Леме Венхи. Вблизи хуярю шквал прокает. 9% крита вкачал еще в Венховском проке. И вообще, у меня, короче, ДПС на косарь на Мамигене вырос, потому что он вблизи хуярит с криты еще. Бред, так вот конечно, этот вот танковский крит 9%, он для мили атак только. И что ты думаешь, блядь, лемы не бьют с руки, когда ебашат молниями? Вот, они ебашат, Никита. Они бьют молнии, я на маге сижу, они бьют молнии и бьют с руки одновременно. Это вот атака, да? Обычно, блядь, с руки нахуй они хуярят. Обычная автоатака. Только еще во время этих автоатак они ебашат молниями. А-а-а, и там прокина, блядь. Чем больше ты рукой бьешь, тем у тебя больше прокина. Конечно, а там самое главное, то что прокает, блядь, оружие языка пламени, нахуй. Оно-то ебашит, как бы, оттуда идет ДПС. Как бы можно посмотреть мой ДПС, нахуй, из этого нахуй выяснить, нахуй, что, блядь, как я ДПС. Что ты будешь, сука? То, что у тебя щит еще не знает, что ты должен стоять в миле звонить. Зыво. Этого, блядь, бери, короче, хапала какую-нибудь. Ну хоть, кто будет контролить, блядь, на леди, нахуй? Я буду контролить, нахуй. Ну, лягушку покидает. Лягушку покидает. Так ну, там один всего блядь, человек контролируется. Пасу. Это же обычка. Тут проще, тут весь рейд законтролит нормально, стан тут удаст. Ставьте шкаф. А, стоит. Ну, тыкните, ну, сама. Бля, 276 ШП. Что-то страшное. Похоже на ПВП. Теркут. Что ты не знаешь его, что ли? Не. Ты чего знаешь? Рыбу себе поставил. Он убийствует просто. Алло. Слушай, я же, блядь, выяснил, почему я больше тебя даю. Давай этот. Ты сейчас с кем разговариваешь? С тобой, блядь. Со мной? Да, ты да, да, давай поем. Почему ты... Хватит тебе.
Ебать ты вообще. Блять, Мишаня, прекращай с демонами общаться, заебал. Какими демонами? Ты, блядь, никто про ДПС тут не говорит. Да просто, я просто понял, почему ДПС меньше меня дает, нахуй. Я просто понял, нахуй, почему я, нахуй, даю, ну, больше ДПС даю, чем при одинаковом шмоте, нахуй. Ну, блядь, при разном шмоте, нахуй. Давайте, рычай на бафу, не блядь, ты... Потом побездите. Ты отмороженный на всю башку шаман, нахуй. Вы заебали, блядь, заткнитесь, нахуй, спасибо. Дайте им по 5 по ханта. Дальний Восток, гондоны! Мишаня, нахуй, нахуй ты так говоришь, заебал. Это кто там? Потому такой? Что я знаю, то, что вы с Дальнего Востока. Заебал, пиздец. Дайте, пожалуйста, бафы по всем. Да, это ему пристойненько. Он очень хочет. Привет, на баф на готовность. Только Герва, давай с пола отойдем, как люди. Я тебя уберегу. Так, все, все готовы. ДБМ в пул, на пул по квадратику, на том квадратик. Поехали. Беру, да? Блять, Мишаня, ну ебаный в рот, ты чё нахуй? Съебите съебало босса. Агрони рвите, а, я и долбоёб. Чё, ебанулись, что ли? Вы серьёзно? Да это, блядь, дракон долбоёб. Чё, падаем, да? Ну, извините, ребят, это я долбоёб. А чё ты сделал? А я не заметил, что у меня просто активно. Ну это РЛ долбоёб, сори. Смотри, как рейд резко уменьшился на нахуй быстрее. Включи Мишаню, он хоть разговаривает иногда. Бля, а он что, меня вырубил, что ли? Да, я думаю, да. Да не хитрый, давайте ляжем. Тут пизжи, бля, типа нахуй, бля, ваш косяк, вот такой-то нахуй, бля. Сука, ДК живучий. Бля, притвориться хотел. Ай, бля. Что за день-то сегодня хороший? Чисто вайп на ребре, нахуй. Просто, блядь, РЛ нахуй, вообще, ебать. Но это был дичайший урок у тебя. Ты же понимаешь, что в смысле во всех неудачах рейда всегда обвиняется рейд-лидер. Вне зависимости, да, да. Вне зависимости от количества долбоебов в этом рейде. Не, ну тут-то долбоеб РЛ был. Ну, я еще бы добавил, что обвиняется этот рейд-лидер в таких ситуациях только долбоебами. Теми же, которые в рейде там. Адекватные люди понимают, что рейд-лидер не ответственен на 100% за вайп. Кого? Это он набрал нахуй на вайп. Всё, блядь. Кого набрал нахуй, с тем и пошел, блядь. А кто виноват? Кто этого человека? Кто этого человека принял в рейд нахуй? Ну на человека, когда ты его принимаешь, не написано же на лбу или возле никаких. Ты должен внутрь. У нас чуть-чуть по-другому нахуй. У нас... Как понимаешь человека, нахуй, рейд, ну, тогда и смотришь, нахуй. Вот, в данном случае это было, нахуй, ну, наши слова подтвердились. Это, Мишаня, так что ты там выяснил такое глобальное? Ну-ка, давай рассказывай.
Я не аквал парень. Был бы я аквал парень, нахуй, он все. Какой нахуй аквал парень? Какой аквал парень? Есть звание такое. Аквал парень, нахуй, халява, ля-ля. Слушай, а этот Теркут чё, он? Да и суть-то не в этом, с этим танком там... Почему ты кашу в рейде? Да, блядь, мешай нахуй просто не пускай. Типа нормально практик. А ты вот... Ну что? Ты... Да, блядь, я даже с вами нахуй ходил в рейд вроде, да. Ты в Иллюжинах находишься, да, вот этот РЛДК? Ну, сейчас, да. Ну, чё? Да ничего. А ты там водишь рейды или ты там ходишь просто в рейды? Блин, ЦЛК я не вожу. Моя тема — садить РСК для большинства. Всё. Да, блин, водит он рейды нормально. Просто сейчас реально хихихаха получается. Ну да, нормально да, он да водит. Видно. Да, не, ну, ладно. Видно, не видно. Не, серьезно я тебе говорю. Не, я говорю, РСК, я просто... ничего не спорю. Я говорю, я вижу. Я не из тех долбоебов, которые обвиняют РЛа всегда. Я сам с 15-го года рейды вожу и знаю, что это такое. Ну то, что он стойку не сменил, ну да, видимо, бывает что-то. Ну бывает, совсем. Поэтому надо винить алкаша. Вот там человек говорит то, что алкаш дезморалит, алкаш... Ладно, ну, извиняйте, но времени нету. Пойду я, наверное. Да, блядь, большинство уже, я понял, тем было, что... В принципе, похоже на рон.